боец, который пришел на мировой ринг из южных морей. Звук полинезийской раковины заменяет весь этот рэп, который звучит при выходе всех остальных бойцов на ринг. Музыка южных морей, о которой еще Джек Лондон писал. Вот он, Туа. Скромняга. Поэт и гитарист. Человек, у которого не то что железные, там вообще никаких нервов нет. Непроницаемое спокойствие. Несмотря на малый рост для... Понятное дело, для супертяжеловеса, он такой шумный малыш. То невероятно пластичный боксер, очень гибкий и мягкий. Но этот, глядя на него, конечно, трудно поверить в это. То попортил много крови всем тяжеловесам, с кем он встречался. Единственный человек, которому то проиграл, Айк и Биабучи, сейчас сидит в тюрьме. В общем-то, была довольно спорная победа и Биабучи, хотя многие уверяют, что Биабучи мог побить и Льюиса, и Тайсона, и кого угодно. Сделать это Биабучи не удалось. Однако многие до сих пор оспаривают победу Айка и Биабучи над Туа. Туа где-то 175 сантиметров рост всего у него. Его противник Обед Салливан, боксер с репутацией, боксер с колоссальным опытом. Правда, он уже на сходе. Matchmaker Thomas Brown in association with Showtime Championship Boxing, the MGM Grand, and Budweiser, the undisputed king of beers. This now coming away is sanctioned by the International Boxing Federation. Джонни Руис, нынешний претендент на звание чемпиона мира, проиграл Туа буквально за какие-то считанные секунды в первом раунде. Ну а что других бойцов точно так же, Туа, провели бои так быстро, что они не успевали даже сообразить, что же с ними произошло. Вот Олег Маскаев провел 11 раундов с Туа, и все были уверены, что он этот бой выиграл. Но Туа все-таки попал один раз. And now, ladies and gentlemen in attendance, and boxing fans joining us around the world,
Live from the MGM Grand in Las Vegas, it's Showtime! Introducing to you first, on my left, fighting out of the blue corner is the challenger. Entering the ring wearing gold trunks with red trim, fighting out of Phoenix, Arizona, by way of Gulfport, Mississippi. Феникс, Аризона. Кстати, там будет проходить бой нашего Кости Дзю против Чавеса. 35 побед, 6 поражений, 1 ничья, 25 побед нокаутом. Послужной список Обеда Салливана. Бывший интерконтинентальный чемпион по версии IBF. His opponent across the ring is the defending champion on my right, fighting out of the red corner, entering the ring wearing black trunks with white trim, hailing from South Auckland, New Zealand, by way of Samoa. His weight, 253 pounds. His record stands at 35 wins, one loss, with 30 big wins coming by way of... Он с острова Самоа, потом жил в Новой Зеландии, в Окленде. USBA heavyweight champion and the IBF intercontinental heavyweight champion, currently ranked the IBF number one heavyweight in the world, introducing the Tua man, David Tua. Once again, a referee in charge of this bout, Joe Cortez, now to give instructions. All right, Tua, Obed, gentlemen, we know the rules in our dressing room. I expect a good clean fight. Keep those punches up. I want any hitting after the bell. Джо Кортес дает последние инструкции, напоминает все то, что уже было сказано в раздевалке. Keep a good clean fight. Remember, guys, I'm fair, but I'm firm, understand? All right, punch him up. Намного выше Обед Салливан. Ну, в принципе, это не штука, что называется. Все тяжеловесы выше Дэвида Тура. Посмотрите, какой он быстрый. При этом очень мягкий боксер. Легко, свободно подходит. Он привык вертеться в сфере действия ударов противника. Это его стихия. Мне очень трудно здесь попасть, пробить его. И, конечно, Туа – это прежде всего удар. По части удара, невероятно быстрого и жесткого. В общем, видите, я даже фразу не успел произнести. Вот вам и все дела. Кстати, стиль Туа. То же самое произошло с Джоном Руисом, тоже произошло с огромным количеством бойцов, которые выходили против Тура. Помимо колоссально очень интересной и очень такой выверенной техники, то поражает фантастической скоростью для тяжеловеса. Очень высока скорость для тяжеловеса, конечно, с которой действует то. Я думаю, у нас в этом вместе будет больше повторов, чем самого боя. Салливан далеко не новичок в боксе.
Да, он, конечно, постарел, но 32 года для тяжеловеса – это, в общем, не так уж много по нынешним временам. Все это, конечно, обещает очень интересный бой Туа против Ленокса Льюиса. Уверяю вас, там будет на что посмотреть. Ladies and gentlemen, we have the time of 51 seconds in round number one. Our referee in charge, Joe Cortez, reaches the count of 10. He's the winner by way of knockout and still champion, the Tua man, David Tua.